Друзья мои, снова всем привет. Ну что, откипели несколько пока временно ледовые страсти. По возвращению домой меня ваши зубы сводят, как хочется выйти половить окуня судака на спиннинг. Сегодня такое несколько морозное утро. Ну, на воде, я думаю, будет вполне более-менее комфортно. Сейчас надо будет быстренько надуть лодку и отправиться залить. Не знаю, мотор не проверял ничего. То есть уже 2 месяца, как все это дело у меня валяется без дела. Посмотрим заодно, как мотор сейчас на морозе себя поведет. Ну, морозец, конечно, не легкий, может быть, минус 2, минус 3. Но сейчас по лужам ехал, дорога такая не ахти. Накидала на двери все, вот прям бок машины несколько обледенел. Я же дверь примерзла, еле открыл. Сегодня как раз до обеда обещают более или менее погода. Потом дальше ветра, и в заливе будет ловить некомфортно. Сегодня залив, как видите, полностью штилевой. Поэтому, друзья, не будем затягивать время и надуваем лодку и отправляемся на рыбалку. Заодно, друзья, протестирую мой новый насос. Плюс его в том, что он на аккумуляторах еще. То есть можно не обязательно к машине подтаскивать, чтобы накачаться. Ну, у меня лодка небольшая, я думаю, что он надует ее очень-очень быстро. То есть давление здесь выставляется до нужных вам значений. Лодка задубела на холоде моментом. Еще, знаете, друзья, плюс в том, что потом можно ее будет сдуть, потому что ПВХ, он сейчас вот прям дубовый. И лодку, чтобы нормально, компактно сложить, это будет проблематично. Ладненько, надуваемся. Ссылочка в описании, конечно же. Ну давай, Тоха, не подкачай. Давно его не заводил. Тема завелся. Друзья, особенность мотора, он в холодное время года на полностью открытой заслонке, ну, как-то у меня не очень хочется. Летом он просто идеален, с полпенделя всегда, а когда холодно, воздушную заслонку держать при закрытом положении. Вот когда прогреется, может быть, местами открываешь, но бывает, что наполовину закрыто, и так выходишь на полном ходу, вот именно в холодное время года. Сейчас прогреем и пойдем. Там уже Серега стоит, ловит. Сейчас подойдем, узнаем, что там ловится, что не ловится. Я чуть попозже приехал. Проезжайте, проезжайте, да. Идите вы. Ну что, есть поклевки? Ну, есть, но такой еще. Видимо, холод все равно. Здорово. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Только одного вытащил такой. Что, друзья, осуществляем поиск активной рыбы. Уже несколько точек сменил.
одна была вроде как поклевка, так я и не понял, что это какая-то невнятка какая-то случилась. Уже пробую приманки, уже весами балуюсь. Ну, надо сейчас будет еще опять подымать якорь, менять локацию. Погодка, конечно, не, ребята, блин, просто класс, просто супер. Знаете, если бы даже сейчас вот я взял вот так вот ради видео, разделся и был бы в футболке, можно было бы выдавать за летние кадры. Как будто якобы я летом ловлю, солнышко такое. Вода сейчас такая достаточно грязная, мутная. До этого лили конкретные дожди. Вот. Ну и ветра были, соответственно, поэтому вода вообще мутняк полный. Мои друзья вон тоже смещаются, туда куда-то пошли. Я сейчас тоже попробую здесь еще обстреляю. Несколько точек вот здесь буквально недалеко. Похожу, посмотрю, пойду потом в сторону их там. Если что, узнаем, есть ли там у них рыбы или нету. Но пока буду вот крутиться в этом пятаке небольшом достаточно. Ну и менять приманки, смотреть, потому что рыба вроде как есть. Потому что, ну и холодик у меня такой достаточно примитивный. По нему рыбу искать это то еще удовольствие, особо не найдешь. У нас, знаете, залив такого, это достаточно, это просто ванная, можно сказать, в которой рельефа практически нет. Если ты видишь даже там перепад там 10-20 сантиметров, это уже рельеф, за который надо цепляться, смотреть, проверять, что это за рельеф. Многие все время думают, что я ловлю в море. Нет, это, ребят, это не море. Это Калининградский залив, он пресноводный. Море, оно через канал он соединяется с морем, но это вот отсюда примерно, ну, наверное, около 10 километров. То есть морская вода практически сюда не заходит. Но бывает, когда нагонные ветра, только тогда морская вода сюда попадает. В этот залив соединяется с рекой Приголя, которая, ну, своим, правда, небольшим течением удерживает потоки морской воды, которые, ну, не заходят практически сюда. Ну и море у нас, друзья, на самом деле не такое уж оно и соленое, по большому счету. То есть вполне пресноводная рыба выходит кормиться в море. Но там рыба достаточно сложная в поиске. Бывало, мы выходили, вы отлично ловили судака, просто бомбически. Мотор моментально, друзья, остывает. Вот буквально сколько я поставил. Я обычно долго, если не клюет, на одной точке не задерживаюсь. То есть там, ну, 10-15 минут, и тут же смещаешься. Бывает, смещаешься на 20-30 метров, и это зачастую заходит. Если совсем не будет клевать, именно в это время года, я часто просто поднимаю вертикально вверх якорь, чтобы он, ну, притормаживал буквально чуть-чуть за дно. И ты вот по такому ветру как раз регулируешь скорость дрейфа. Для этого, конечно, желательно еще иметь навигатор. И вот просто ставишь точку, от которой ты начал свой дрейф. И чтобы понимать, дрейфуешь ты или нет. Потому что якорь может быть зацепиться, ты даже и не поймешь, что у тебя дрейф закончился, в общем-то. Ну а потом, если поклевка случается, я просто, ну, в двух местах якорь, веревка привязана, просто быстренько бантик, так скажем, расстегиваю и якоришься в этом месте, где случилась поклевка. В любом случае, если там дальше поклевки не продолжаются, начинаешь опять дрейфовать, потому что, ну, в осеннее время года найти так рыбу гораздо проще, но особенно судака. Для меня лично дрейф это самое оптимальное. И когда, ну, на парашюте это одно, вот якорь, который парашют, да, дрейфовать. Но у него бывает достаточно высокая скорость дрейфа. Якорем как-то мне лично легче отрегулировать именно скорость. Где-то притормозиться интересно, если вот что-то там, тычок какой-то, поклевочку увидел. Где-то дальше пойти. То есть, ну, для меня это лично более эффективно, чем вот под парашютом. Потому что если бывает посильнее ветер, под парашютом тебе несет достаточно быстро, и не всегда нормальный контроль над приманкой получается. Ребят, поклевочка, вот какой горбачик отличный. Вот это я понимаю, прям подлодка как бахнул. Красавчик. Ну вот, друзья, первенец есть. Такой вот неплохой акушара. Огонь. Такая поклевка там под лодкой. Дыдынс, блин, классно, конечно. Уже поперебирал много приманок. Поставил вот такую яркую. Вчера их только отпил. Я сам делаю приманки. Поэтому, что сам делаешь, там на то и приятнее гораздо ловить.
Есть, друзья. Вообще огонь, блин. Какие красавцы, блин. Очередной такой хороший размер долбит. Супер. Поклевка, ребят. Классно вообще, блин. Это я понимаю, нашли мы окунька. Ну вот такой, друзья, очередной неплохой окушара. Нашли мы, короче говоря, рыбу. Специально зарядил сейчас микрушную палку. 1,7 грамма на тест. Там, блин, куда приятнее. Как раз уменьшил вес головки. Абсолютно другие ощущения на нее ловить. На ту я кидал как для разведки, это где-то 12-14 грамм. Сейчас поставил уже восьмерочку. Вот. То есть вполне классное ощущение на нее, совсем другие. Уже приманка на порядок больше зависает в воде. То есть, конечно, поинтереснее даже. Ну и при этом на более легкую головку именно поклевка такая. Дыдынц, прям такая звонкая, четкая. Блин, класс, конечно. Эх, дорвался я до спиннинга, друзья, дорвался. Офига себе, как классно, ребята. Вот это я понимаю, рыбалочка. Такие неплохие окушарики. Супер. Заброс, поклевка. Вот это я понимаю. Очередной такой красавчик. Сейчас холодно, кукан не нужен, можно сразу в ведро забрасывать. Опа, сел. Заброс, поклевка, ребят, просто бомба. Ну, такой вот. Так. Каждый заброс, ребят. Вот очередной такой неплохой экземпляр. Он в пиявках весь. Уже к нему. Опа. Каждый заброс, ребят. Вот это кайф, я понимаю. На легенькую головочку, конечно, это совсем другое удовольствие. Трындец, каждый заброс.
Опять, ребят. Это просто, блин. То на выбросе, то в этом самом, ну, как бы около лодки бахнет. Это мы нарвались на котел, блин. О, покрупнее, блин, весов с собой нет, жалко, ребят, не взял. Вот такой вот красавчик, арбузик. Да, ребят, вот это мы нарвались, конечно. На котелок вообще бомба, блин. Заброс просто, поклевка. То на выбросе, то ближе к лодке. Это, конечно, вообще, блин, как я соскучился по такой рыбалке. Еще когда рыбу найдешь, то есть это, не знаю, десятерное удовольствие. Тем более сейчас еще день, друзья, короткий, особо. Да и времени нет особо на длинную рыбалку. Надо там вечером ребенка забирать, там, ну, свои, короче говоря, дела. Бывает, день проходишь, проищешь и не всегда нарвешься. А тут, блин, а тут практически за час мы нашли рыбу, наверное, там, ну, плюс-минус. И вот стоим, кайфуем просто. Поклевка, какая звонкая, сошло. Ребята, каждый заброс, это невероятно просто. Даже можно попробовать делать недалекий заброс, вот так вот буквально, коротенький. Здесь и подлодка, но подлодка ближе к лодке больше достаточно, гораздо поклевок, чем на выбросе. Руки немножко подмерзли, не всегда четко за катушку пальцами реагируешь. Перчатки не особо люблю носить, потому что, ну, и хочется, как правильно, они смягчают поклевку в руку, меньше удовольствия, лучше чуть-чуть пальцы помер. Ну, конечно, сейчас придется перчатки одеть, что ветерок задул такой, немножко руки промораживает. Опа, блин, сошел опять, да что такое? За заброс два... А, вот в чем вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Хвост отхреначил мне у приманки, блин. Так, ладно. Можно, конечно, пробовать и без хвоста, но я все-таки предпочитаю приманку заменить. Потому что все-таки игра хвоста имеет не слабое значение, потому что много писали, типа, можно и без хвоста. Да, можно. Можно пробовать, но результативность, я больше чем уверен, что будет ниже. Я пробовал, да, клюет и без хвоста, бывает такое, но все-таки лучше с хвостом. Зацеп. Это нам не хватало. Пился. Ну, отлично. Ну, я приманок таких брал там просто чисто потестить, по пару штук буквально. Жалко отрывать. Что-то тащу там. Какую-то карколыгу, наверное. А, вот оно что. Вот оно что. Беда всех водоемов страны. Вот это вот байда, блин. Больше всего, конечно, так люблю, когда судаковая поклевка, там бабах, как даст, блин, кайф, конечно. Ну, мы еще на судака выберемся в скором времени, я думаю. Там просто... Вот он, сел. Вот просто этот подвисом, ну, не тычок, ничего, просто подвисом бахнул. Ребята, я так кайфую, вы себе даже не представляете. Вот этот уже мелковатый, то есть уже такой не особо крупный.
Но зато, смотрите, как жадно взял приманку. Прямо как надо. Бумс, поклевка. Классная такая прям. Вот такой тычок, как надо. Дэнс, блин, звонко так, четко. Вот мельче размер пошел, мельче. Чуть-чуть другой цвет приманки. Вот буквально низ такой же. Ай, блин. Дай приманку, у меня их не так много. Вот. А верх зеленый. Сейчас попробую ради эксперимента поставить такую же. Ну, как было до этого. Сейчас еще посмотрим, что на это клюнет. То есть буквально чуть-чуть цвет меняешь, и уже вот какая-то разница. Кто-то говорит, что цвет не имеет значения, ребят. У нас в заливе имеет. Это стопроцентный факт, блин, доказанный мной неоднократно лично для себя. Может, у кого-то, конечно, по-другому, но у меня цвет порой решающее значение имеет. Бывает, за столько за день переберешь этих приманок, что, блин, волосы на голове дыбом. И потом находишь какую-то определенную приманку. И причем я даже экспериментировал. Чтобы никто не думал, что там выход рыбы, рыба там на все кидается. Ничего подобного. Не всегда так бывает. Бывает такое, что да, что не дай, все клюет на все. Но это далеко не всегда. Просто бывает, казалось бы, что там увидеть в такой мутной воде рыбы, вообще сам не понимаю. Что там можно увидеть? Бывает, ставишь яркий, там что только не пробуешь. Потом ставишь просто тупо черный цвет, и у тебя поклевка. Просто бывает. Просто тупо черный вообще. Там, может, пару блесток каких-нибудь в нем присутствует. Ну, сложно порой сказать. Но по мне, вот черный цвет, например, приманки работает лучше, ну, в больших глубинах. Где-то 6 метров вот такие глубины, то есть, ну, там ближе к Балтийску. Те приманки, как правило, в заливе в самом не всегда и работают. А там они работают. Именно темные цвета. Темный там фиолет какой-нибудь, черный. Ну, бывает, конечно, по-разному, бывает и яркие, но вот чаще всего я ловил именно на темные там. Зараза. Так нежно щипает. Вообще уже так на медленную проводку перешел. На обычную ступеньку два витка пауза перестал вообще брать. А вот так вот медленно оборотик делаешь, ну не то что медленно, но один оборот и пауза. Выдержишь, так вот поклевки какие-то идут. Есть. Подобрал прям со дна, без поклевки, без ничего, просто так вот взял и все. Ну вот такой очередной, друзья, красавчик. Поставил опять оранжевую и на нее получше поклевка. Вроде бы в той приманке тоже есть такой же точь-в-точь цвет. Он сделан из того же самого, что это. Но спина зеленая, уже похуже. То есть поставил сейчас вот эту, сразу же пошли поклевки на нее. Более такие активные хотя бы. Фиг его знает, что ему надо. Приманка одинаковая абсолютно. Цвет, ну, почти похожий. Зацеп опять, блин, не только не оторвать. Крайняя приманка одна, последняя. Только б не оторвать. Не, оторву. Не, отцепил. Плеть выдержала. Такое ощущение, что сеть какая-то брошенная лежит, потому что когда начинаешь отцеплять, такой еще дрын-дрын рвется. По-моему, что-то... Опа, поклевка. По-моему, на дне там что-то есть. Такое ситное.
Вот он. И сел. Опять без поклевки, без ничего, просто взял приманку, со дна подобрал и все. Аккуратненько так. Да, ребят, вот это рыбалочка, конечно. Ай, какой я счастливый сейчас. Ведерко потихонечку набирается рыбкой, набирается. Вечером меня ждет уже работа. Разделочки, филированию. Посмотрю, еще не думал, что я с ним сделаю, но что-то сделаю вкусное. В любом случае. Окуней я очень люблю, это, блин, очень вкусная для меня лично рыба. А, причем в разных, ну, в разных видах. Опа, поклевка, блин. Пальцы промерзли. Сидит. Рукоятку, видите, как кручу кулаком. Такая четкий, звонкий поклевка. Ну не всегда. Бывает, то под висом берет, то звонко так конкретно, прям в руку такая. Бабах. Вот это, ребята, отвал башки полный. Оранжевый цвет сегодня фаворит. Ну, вот уже такой получше такой красавчик. Такой вот. Огонь, рыбалка, ребята. Класс, класс, конечно. Могу подправить. Пальцы офигели, руки-то уже привыкли к этому. Ну, вот то, что руля не слушаются, это, конечно, не очень хорошо. Это класс, класс, ребята. И погодка, все равно солнышко. Вот так вот солнышку лицом становишься, даже так немножко отогревать начинает. Ну, правда, с той стороны ветерок задувает. Поклевочка. Да, ребят, это просто, блин, отвал башки. Блин, опять. Это просто что-то невероятное. Опа. И... сидит. Только что рука, конечно. Крутить рукоятку промерзшими пальцами не очень хорошо. Ну, зато каждый заброс, ребят. Норму выполним, и можно будет домой ехать. Поклевка. Прям промысел, друзья. Ну, это мы отпустим уже. Немножко мелковаст. Такой вот. Это такая прям звонкая поклевка была, классная вообще. Красавчик, красавчик. Так, приманка уже такая уставать начала. Вот такой вот, ребят, красавелла. Приманка уставать начинает. Следующий заброс поклевка, ребят. Просто дубас.
под лодкой практически. Ребята, каждый заброс, блин. Красота. Дай приманку, приманку, она у меня одна осталась. Красавчик. Вот, ребят, очередной такой супер. Ведро наполняется, ё-моё. До полного ведра осталось всего ничего. Есть. Ну, короче, поставил такую черную приманку, она мне уже себя перед, ну, в прошлые разы хорошо зарекомендовала. Паук у нее именно, прям вообще на нее. И тут же она стала себя проявлять. Перед этим я пробовал ее в другом исполнении, ну, в смысле, в другом цвете. Нифига, в черном вот она работает. Короче, фиг поймешь, что этому окуню надо. Окунь, к сожалению, нам об этом не расскажет. Что, друзья, пришло время чайку испить. А то все клюет, то клюет, даже, блин, чая, знаете, как хочется. А оно все клюет, то клюет. Красота. Горяченького-то чайку испить, когда так прохладно. Там пацаны что-то прикалываются там между собой. Обалденно. Вот это силище, ребят. Чай это на рыбалке. Ну, в холодное время года. Незаменимо просто. Да и в жаркое тоже сгодится неплохо. Кайф. Еще, знаете, когда залив такой спокойно бывает, мы в такую волну тут ходим, ну, это уже, короче, там колбас, парад полнейший. Мне даже кто-то из вас, ребят, писал, что пока смотрел видео, аж самого укачало, потому что камера вот так вот колбасит. Просто еще у этой камеры стабилизация такая. Ну, я думаю, что картинка не будет такой, что тут колбас, парад. Сошел. Да, ребята, это вот это клев, блин, у меня слов нет просто других. Это, блин, какой-то турбо мега. На каждом забросе вот практически была такая небольшая пауза в клеве, ну такая незначительная. Минут 15-20, ну, как бы не клевало особо тогда, вот буквально перебрал несколько приманок. Нашел нужную, вот и понеслась, каждый заброс опять по клевке.
сюда. Красотуля. Так вот. Тариририм, тарирам пам пам. Душа поет. Фу, классно, классно, ребята. Есть. Заброс, поклевка. Красавцы такие. Дубасево продолжается. Дубасево продолжается, это ведерко набивается. Фигня какая-то. Целый заброс, не было поклевки. Что-то тут нечисто, друзья. Плохая рыбалка. Целый заброс, не было поклевки. Как это так? Что за фигня, блин? Не понял юмора. Окунь, ты чё? Офигел, что ли, блин? Я тут это самое... Рыбу добываю, а ты не клюешь целый заброс, блин. Это не дело, нифига. Фигня, а не рыбалка какая-то. Прям досадно. Целый заброс, не было поклевки. Целую проводку. Один заброс без поклевок годится, значит, нормально рыбалка. А то мне что-то начало это дело не нравится. Это целая проводка, как это, поклевки нет, фигня какая-то. Нормально. Не огроменный, но неплохой такой. Ну, граммов 300 будет, наверное. Фу, ребята, вообще, солнышко начало погревать, спину уже так чувствуется, греет, прям так хорошо, даже жарковато немножко стало, ну, рука вот все никак, вот. Правая нормальная, левая вот промерзшая, вот все равно, как-то она, рука-то привыкла к этому, вот то, что она работает хреново, такое дело. Причем, знаете, такие поклевки бывают, вот, ну, прям, ты начинаешь подотрывать приманку, и он вдогонку, и на тебя. И у тебя слабина лески, ты понять не можешь, что происходит, то есть, поклевка это или что. Даже не понимаешь, что, то есть, он сзади хватает ее в момент подъема, и на тебя ведет, и думаешь, блин, и приманка не падает, и при этом слабина какая-то непонятная. То есть, тоже таких, ну, разные поклевки, то удар хороший в руку, то тычок, то подвис, то есть, ну, классно, все равно, ребята. Отвожу душу по полной программе. Еще бы, конечно, судачок бы бахнул бы. Есть. С поклевочкой. Как надо. Гуд.
Ну, друзья, решил попробовать буллер с такой вот приманочкой. Ну, в принципе, в Якутии все хорошо зарекомендовал. Да и здесь вместо джига можно его вполне спокойно использовать. Она не как головка тупо вниз падает, а он еще при этом какие-то колебания у него происходят. Как раз, друзья, рыба стала немножко, ну, менее активна, и можно поэкспериментировать. Попробовал одно, на одно поймал, теперь вот на буллерок поклевка. То есть, ну, вполне, вполне интересно. Рыбы мне уже вполне хватит, надубашено от души. То есть уже на вечер я себе работы конкретно обеспечил. Опа, есть. Вот я заметил такой, как окунь менее активный, буллер вообще работает на ура. То есть и что со льда, вот, блин, жалко, конечно, много кадров у меня не сохранилось подводных, но окунь как-то на него решительный вот атакует. Вот такой вот, ребят, не огромный, да я уже его отпущу, потому что мне рыбы уже хватит. Я просто кайфую. И вот буллерочек работает. Тема, такую вот приманку насадил на него там, что первое попалось под руку, в общем-то, из некрупных, потому что крючок здесь не крупный. А вообще там Никита делает, ну, мой друг Никита их делает, оснащает он там разными офсетами и разными крючками, поэтому кому интересно, так, оставлю ссылочку в описании, это не реклама, ничего, просто я как-то не особо в них верил сперва. По весне попробовал, судака поймал, ну, на офсетный крючок, то есть там не такой мелкий, как этот. В Якутии очень неплохо так протестировал их. И именно когда пассивный окунь, блин, эта тема, как видите, работает. Вот только поставил и уже второго поймал. Фига себе, это поклевина. Это кто такой? Это судачок, по-моему. Ребята, это судачок. Вполне зачетный. Отличная рыба. Блин, промазал. Иди сюда. Приманочка отработала, блин, перезадрал он ее всю сразу же и взорвал. Эта приманка вообще у меня отлично заходила еще, ну, по лету, по весне в заливе. То есть вообще отлично работала, такой вот она, красно-зеленая. И вот, друзья, такой вот красавчик клюнул. Решил я укрупниться немного, то есть поставить побольше приманку, как раз уже все хорошее куней душить, решил именно постучать более тяжелой головкой, и вот он результат налицо. Класс, судачок у меня прямо вообще в тему, как раз будет сегодня бомбическое, у меня жареха дома, что-то как раз давненько судачка не ел жареного. Вообще это одна из самых моих любимых рыб в плане приготовления. Класс. Класс, и поклевка такая, бум, как надо вообще, я понимаю, вот это супер-турбо-мега, короче говоря. Чуть-чуть вот приманка 100-миллиметровая, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, чуть-чуть решил укрупниться, были поклевки окуневые на нее только что, но сходы. Вот на тебе, пожалуйста, судачок хоть бахнул. Окуней-то мне уже хватит сегодня душить на сегодняшний день. Класс, ребята, бомба, просто бомба, я так-то кайфанул. Надо время хоть посмотреть, мне там не пора ли домой-то, ты тут увлекся совсем. Не, еще полчасика есть. Класс, ребята, класс просто. То, что меня еще сегодня весь вечер ждет это занятие с рыбой. Мне кажется, если бы меня жена этим занималась, она со мной или развелась бы, или выгнала бы из дома. Взял догоночку. Опа, гася. Как упирается-то хорошо. Ух ты, какой хороший, неплохой.
Ну, не килограммовый, конечно, но классный. Сразу расцветка другая, прям такой. Опа, это что он такой прямо? Смотрите, ребят, леска. А, он в сетке был. Фига себе. Бедолага. Он через... В сетке был. Но... То есть как-то так его тут... Уже в него вросла сетка. Так что так, друзья, сети прям это беда. Вот такой вот красавчик. Классный. Супер. Это я понимаю, конечно, я сегодня кайфанул. Кайфанул. Ну все, больше окуней брать не буду. Нафиг. Нафиг. Потому что... Иначе спать сегодня точно не лягу. Буду возиться с ними. Хочу их больше, ну, в большей мере люблю филешечку сделать из них. Тема получается. Там поклевка, блин, классная, ребята. И решил облегчить, вообще приманку поставил 6 грамм, долго-долго так зависает. И вот уже вторая поклевка. Ну такая, тычок не жадный. О, и подсел. Со второго раза догнал ты ее все-таки. Шарик. Отлично. Красавчик. Вот такая приманка в таком же цвете. Ну, просто другая житиошка. На 6 грамм. Вот такой. Ну, я уже отпускаю рыбу. Нафиг, хорош мне. Хорош. Куда ее? Куда ее, сколько? Норму свою вылова я уже взял. Бус! Нифига поклевка классная такая. Дэдэнс, блин. Блин, на легкий вес гораздо приятнее. Так четко прямо в руку. Бабах! Звонкая сразу, офигенно просто. Просто офигенно, друзья. Кайф, блин. Вот это кайф. Вот это кайф, ребята. Красавчик. Отлично. Вообще отлично. Идет, пускай. Блин, так классно. Такая поклевина, ребят. Тонс прям в руку. Ух. Ух, то, что я очень сильно люблю. Что тяжелая головка все равно немножко не то. На легенькую прямо бабах. Так классно. Хорошо. Все, друзья, 10 минут мне крайних осталось. Блин, рыба клюет, не отпускает ни в какую. Я уже, честно говоря, некоторое время назад должен был свинтить. Я уже часть просто видео этих поклевки вываживаю, не снимаю, потому что я думаю, что для видео тут и так более чем за глаза. Более чем хватает. Просто, ребята, блин, я так сегодня отвожу душу. Просто. Ни с чем не сравнима такая рыбалка. Это я сегодня получил колоссальнейшее удовольствие. И есть. Подсел, просто подсел. Просто, ребята, это отвал какой-то башки сегодня. Блин, я не знаю. Комментарии у меня заканчиваются. Помель чуть-чуть. Опа, это что это? На клапан поднажал, вроде закрытое. Приоткрылся клапан. Чего не хватало лодку сейчас сдуть. Такой вот красавец. Приоткрылся, ты пяткой его приоткрыл и надавил. Ну, крышку саму. Как-то так получилось. Никогда такого не получалось.
Все, друзья, решил 3 контрольных заброса, ну, как оно всегда и бывает на рыбалке. И буду уже... Бумс! Четкая такая, 3 контрольных заброса. Бабах, такая поклевина классная прям. Да, ребятки, я сегодня вообще в ударе просто. Ничего такой. Ничего такой, красавчик. Вот такой вот, ребятки, супер, супер акушар. Ну, уже все. У нас норма взята. Так, это раз контрольный заброс. Теперь следующий. Поклевка. Это второй контрольный заброс. Он еще не завершен. О, блин, сошел сразу. Ну и третий контрольный. И поедем до дому. Третий контрольный заброс. Это пипец какой-то, друзья. Я в шоке. Мелочь, а приятно. Третий контрольный. Давайте четвертый сделаем. Блин, пора ехать, ё-моё. Малышня, но все равно третий контрольный. Ну-ка, а четвертый будет поклевка? Проверим. Все, крайний, ребят, четвертый. Надо ехать. А то я дом по шапке получу, блин. Если ребенка не вовремя заберу. Четвертый заброс. Контрольный. Очередной контрольный. Ай, блин. Бог любит троицу. Бог не дурак, любит пятак. Ребят, я вообще, мне истерика просто, блин. Я таких кайфах просто, блин. Все, это, ну это точно крайний, ребят. Все, надо ехать, иначе мне... Пили-вили будет. Блин, не отпускает же, зараза, такая рыбалка. Блин, кайф вообще, вот это кайф. Поклевки хоть и разные, есть такие четкие, есть какие-то догонки. Все, короче говоря, все по кайфу. Просто все по кайфу. Еще и на легкую приманку, это вообще отдельное удовольствие. Медленно зависается. Тык по дну, конечно. Раз, или подвис, или что-то такое случается. То есть, блин, кайф, ребята, вообще просто. Просто улет. Просто улет. Нет слов, ребят. Нет, просто нет слов. Приятно. Фу, пипец, просто трындец, вообще трындецовый. Короче, я не знаю, как, друзья, это назвать. Обозвите в комментариях, я, короче, в шоке. У меня нет слов просто, ребята. Шестой заброс, нет, нельзя, уже правда пора бежать, правда. Он на каждом забросе клюет и вообще не отпускает ни в какую. Соответственно, тут пока все приманки разгребешь, пока сыр-бор, пока лодку сдуешь, уже дорога такая тут не ахтишная тоже. Пока доползешь, времени очень много это отнимет.
Ну все, друзья, отлично у меня сегодня получилось отловиться. Я вообще в восторге, доволен, счастлив. Это ни с чем не сравнимо. Это такая рыбалка, она... Не каждый раз такая рыбалка дается, но тем не менее она присутствует у нас. Блин, я не знаю, ребята, у меня вообще просто отвал башки. И комментариев на сегодняшний день у меня осталось мало. Сегодня много чего получилось поэкспериментировать и так, и этак, и с проводками, и с приманками. То есть это... Прям сегодня такое Эльдорадо, которое вот просто дает возможности для каких-то экспериментов и просто большого получения удовольствия. Ну, в общем, мне, друзья, пора. Как всегда, всем желаю здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на водоемах. Все. Всем пока.